Я понимаю. Но вот мы это закроем. Ой, а что мы им предлагаем? Ой, какое у нас будет страдание, если у нас Ютуба-то не будет, я тебе скажу так, для тебя не будет, может быть, для меня не книги будет. Книги будем читать. А детей мы потеряем. Не будут они читать книги. Научатся. Они подставят VPN. Потому что практика поезд стой, раз-два не работает. Если ты не можешь предложить им более качественный продукт... Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, мы воспитать... Мы не в состоянии. Ну, то нас нет. Здравствуйте, в Екатеринбурге у тебя состояние или нет? Они сказали, ну, они против буквы Z. Студенты, предлагаешь воспитаем. Посадить их родителей? Конечно. Посадить их родителей? Конечно.